Здравствуйте. Вот это денежное дерево я не поливала больше недели. И листья на нем стало таким мягким, податливым, ветки тоже такие вот гнутся. И вот в таком состоянии, как мне подсказали мои подписчики, можно сформировать веточки, крону денежного дерева. Если вы хотите, можно ветку нагнуть, подержать. Она, смотрите, обыкновенно гнется хорошо. Вот я уже его хорошо вот так сделала. Эту ветку она стояла немножко так выше. Я ее немножечко вот так вот нагибаю. Если вам надо какую-то ветку нагнуть, и если вам надо какую-то ветку нагнуть и придержать, вот вы можете даже ее так закрепить при помощи какого-то такого крепления. Я показывала в одном из видео, как это можно сделать. Вот так можно сформировать. Потом, когда я полила это уже сейчас растение, где-то через час, через два, оно наберется воды, и вот эти все веточки останутся так, как мы их вот сейчас сделали. Это один из способов формирования кроны денежного дерева. Вот смотрите, эту веточку я вот так нагнула, но вместе с тем мы можем ее и поднять. Она также точно хорошо изгибается и вверх. Видите, уже поднялась. И если вода будет в этой ветке, ну, наполнится ствол и листочки, наполнятся водой, они поднимутся. Хотите, даже можно подержать, можно связать вот так, как вы хотите. Конечно, надо это делать очень осторожно, но тем не менее сделать можно. Вот такой простой способ. Конечно же, не нужно додерживать до тех пор, пока оно погибнет. Но вот так. Еще показываю свое денежное дерево, которое чуть не погибло из-за того, что корни в нем практически сгнили. Вот оно стоит на улице. Сейчас идут дожди. Пошли уже расти новые веточки, так что все нормально. И вот сейчас, когда дождь, смотрите, накрываю его, чтобы лишний раз лишняя вода сюда не попадала. Вот так. Ну а все здесь стоит на солнце. Здесь не очень солнечная сторона, хотя южная, но здесь вот под такой временкой. Я когда солнце здесь по утрам, я накрываю его такой марлечкой. Сейчас покажу, вот она. Когда здесь солнце, где-то часа 2-3, я вот так его, когда дома, чтобы не было ожогов, вот так накрываю. И таким образом где-то в течение месяца все-таки оно ожило. И ну, сейчас день такой хмарный, тучи, поэтому это накрытие снимаю. Вот так все делайте вы со своими растениями, эксперименты, если можно, хороший. Вот. И всего вам доброго. Будет все хорошо.